Расскажи неграм, как это убивать он. Долго неохота. Короче, ну будь в танке, Лингрен. Так. Кто шарит, как бегать от тучек? Вот эти, которые вот эти, вот они бегают, Значит, да? ровист, ваша путеводная звезда. Давай, Зубриджин. А что тебе, на трансмутане или что? Не боя. 5000 голды. Маунт можно купить. Так, Полет, точнее. это самое, значит, ровист, на тебе ассист. Блять, смотри, я даже в рифму сказал. Ой, я тебе Релла дал. Дай Релла и дам тебе ассиста. Так. Поставишь, если вдруг спадет с тебя это кружок. Так, вот тебе. Кружок, значит, смотрите все. На первой фазе, сейчас вперед никуда не бегайте, потому что запустите. На первой фазе нам надо Сару, вон та баба стоит, взорвать 9 мобов. Мобы танчат со мной, вы бьете их, агро не срываете, смотрите аккуратно. Смотрите, вумен. Если не уверены, блять, лучше не бейте. Все остальные милики, если не знаете, как бить, бегайте в кружке. Или кто там, или вон в треугольнике ровис на себя поставил. Все. Теперь чек на пул. А, ну давайте коротко про вторую фазу. А, и давайте вообще, блядь, порталов будет 10, значит. Порталы будут вокруг босса. Давайте вам две стороны условно сделаю. Вот со стороны звезды это лево. И со стороны кружка это право. Делимся по 5 человек. В порталы в комнату пойдут. Кто был в порталах, поставьте плюсики. Хил туда пойдет. Геншин. Подушка давно. Так. В звезде пойдет, значит. Геншин, твое место возле зубов. Геншиновский портал не забирайте. От Геншина считаем, значит. Ну там, это, если портал ваш забрали, побегайте вокруг босса, поищите. Я не буду вам номера эти рассказывать. Так, значит, со стороны звезды идут Геншин, Равист, Биг Дэм. Дальше ДПСеры. Еще ДПСеры плюсуйте, блядь. Если не хотите бить, сейчас уйдем отсюда. Зубраджин и Рарник. Вот, 5 человек есть. Вы со звезды Геншин, Биг Дэм, Равист, Зубраджин и Рарник. Ваша звезда, еще 5 ДПСеров в кружок. Так, Хант, ты идешь по-любому. Ты там, когда убьют щупальца, дашь, скажи мне, набег хуйню. Дальше туда идет в кружок. Так, Шалфир. Шалфир идет, Вадикон идет. И идет... И идет мистери, и идет притон. Вот у вас 5 человек, запомните. Ваша сторона с кружка. Все, когда зайдете в комнату, три вида комнат, там будут желтые мобы. Они притворяются, это щупальца притворяются желтыми мобами. Просто их нажимаете и бьете. В воздухе будут висеть черепки. От них поворачивайтесь спиной к этим черепкам. Иначе они будут вас кастовать лучи. Эти лучи отнимают здравомыслие. Здравомыслие у вас 100 с пула. Здравомыслие будет резаться в зеленых столбах света по краям комнаты, когда запустим босса. Вот, когда выйдете из комнаты, сначала резаете здравомыслие, потом опять в свою сторону подходите. Это на второй фазе все. Все остальные, кто туда не заходит, бегаем здесь, снаружи. Диспелим друг с друга. Лингрид, Хулидринг, все остальные проклятия, магии. Дудун диспелим, кто там, Мэтт Фокс диспелим, Ностальгия диспелим, хилы все диспелим. И я буду бегать большое щупальце, никто из миликов не бьет, Вары, Энхи, никто не бьет из вас. Большое бьют только РДД, милики вы бьете сначала маленькие, маленькая самая щуплая, удушающая, бьют все сначала, потом милики бьете разлагающие, сбиваете ему каст. Большое бьют только РДД. Когда щупальца будут в бане, большое могут бить милики. Все, чек на пул. На третьей фазе посмотрим, что будет. А, кто в кружке еще раз? Там хила вроде нет. Там не должен быть хил, один хил там. Кто в кружке плюсаните в рейд? Вот считай. Мистери, Вадикон, Геншин, Далакин, Притон. Шелфир. Геншин, ты в звезде. Ну ты со стороны звезды, в смысле. Вот Мистери, Вадикон, Шалфир, Давакин, Притон. Вот их пятеро. Все, пошли. Стойте в треугольнике, блять. Вот идет туча, вы за ней 15 метров от нее бегаете. Не дай бог вы коснетесь лишнюю тучу. Все, РДД просто... РДД просто бьем мобов. Двигаемся в треугольнике. Треугольник, беги. Треугольник? Что стоишь?
Не заденьте, не заденьте тучу, самое главное. Блять. Рарник, ты чё там паникуешь? Рарник, он стоит, они бегают. А, ну этого я не знаю. Встаньте в сову! Всё, лужу задели. Бомжи, блять. Или нет? Будете ебланить? Нет, нет, всё хорошо. Стойте так, чтобы не задеть лужу. Все, стойте в треугольнике. Все, нихуя сложного, блядь. Так и бьем дальше. Главное, не делайте хуйню никакую. Вот идет моб. На нас бежит лужа, ебать. Вверх поднимите чуть. Чуть вверх. Еще, еще. Да. Все в звезду поймет, блядь. Уйдите, уйдите, служи. Вышли, вышли, они задели, ёб. Нахуй вы задели лужу, вас спросили, блядь, алло. Или что, или вы не понимаете? Нет, не задели. Ну вон они, две лужи, я же вижу. Две лужи активные, вот. Все, вот эти два моба зергаем быстрее, сейчас я их в центр выведу. Сначала первого, этого дилинга. От мобов пилики отойдите, они при смерти взрываются. Добивайте мобов быстрее. Щупальцы появились после мобов. Быстрее добейте мобов. Алло, вы тут? Рейд, прием. Будете играть сегодня или нет? Побежали щупальца, милики. Все, вот оно стоит. Вам веточку поставить? Разлагающая. Квадрат поставил, блядь. Рейд, вы где? Алло. Играть будем сегодня? Я пошел большому сбивать таст. Милики большой не бьют, только РДД бьют. И ты Лингрен сбил. От зеленых лучей отошли. Черепок на человека вешается. Бля. Черепок на человека вешается. От этого черепка Бля. Надо отойти. Меня убивает, ё-моё, вы что делаете? Как тебя убило? Ностальгия ресы этого рарника. Мало, у меня тут хила ни одного нет. Ну понятно. Ностальгия, иди ищи рарника ресы. Черепок передается бесконечно. Отбегите от него, гуси, ё-моё. Вот, убейте это щупальце. Убейте щупальце, всё. Черепок на человеке, чтобы прекратил перекидываться, надо отойти от него. Вот сейчас он бегает с черепком или нет. Все, идите в комнату. Ёбаный в рот. Ой, бомжи, блядь. Вот смотрите, комната. На мне. Смотри, на мне черепок, не подбегай ко мне, блядь. Все, он кончился. Блядь. Портал здесь не зашли со стороны кружка. Милики, идите к Войду бить щупальца. Вы где вообще? Вы дрочите там на той стороне? Большой РДД бьют. Здесь щупальца надо бить. Первая, вторая пати. Вы тут? Пиздец. Я хуею, блядь. Не, это, ну, это нельзя бить. Это надо, блядь, тактику читать. И диспельте. Проклятие и магию диспельте. Подойдите к Войду. И убивайте щупальца. Вот они застанились. Убивайте два этих щупальца. Блять, такое ощущение, как будто нас тут не 10 человек, а 2, блять. Убивайте быстрее эту парашу, пошли большое бить. Выходите маленький. Из комнаты, выходите из комнаты. Вон маленькое бейте. РДД большое. Смотри, ревиз... Мы там за контролем, ебать, мы охуели. Геншин в контроле. Да там все в контроле, нахуй. Они все в комнате контроль поймали. Они просто не вышли. Ну, тут нечего делать, ну, все это рассказывать вам с нуля, блять, это... Пошли проще алголона, вайпнемся разок и уйдем. Все это. Подыхайте там. Сейчас вас убьет. Только в инс не заходите, пока бой. Все, босс эвейдился. Заходим. Бежим сюда алголона. Посмотрим, что там будет. Йок, это слишком сложный босс. Здесь надо 800 IQ. Там даже столько... Ну, нужен кто-то в комнате с голосом, чтобы говорил, что делать, кто знает. Там просто люди не были, они не сообразили. Там до мозга, наверное, даже не дошли.
Там как раз касса заканчивался, когда они до мозга доходили. Я, блядь, щупальца бил, не успел добежать до этого портала. Думал, они там без меня справятся. В итоге зашел в комнату, смотрю, уже касса заканчивается. Надо было выходить, я не успел выйти с лапы. Вестибюль, вестибюль, да, если что. Если интересно, убить йога, он несложный. Там просто надо знать, что делать. Там времени не так много, там минута всего лишь дается. Когда заходишь в комнату, вот эти порталы появляются, уже отсчет минуты идет. Через минуту, если будет, ну, если ебланить, то через минуту просто босс берет в контроль людей, которые в комнате находятся. Здравомыслие надо, 100% здравомыслие. Здравомыслие у вас нормальное было, просто вы не вышли из комнаты, остались в мозгу, и босс взял всех под контроль. Выпустил наверх, и вы стали красными. Суть второй фазы вроде мозг сам убить, да? Да. До 30%. Ну да, довести. Ты его сразу не убьешь. Его до 30% довести. До 30% мозга доводишь, и становится третья фаза. То есть уже в комнату не заходишь, мозг дальше не бьется. Бьется уже босс с 30% до нуля. Так, а я какие-то сделал сегодня эти. Три квеста надо будет сдать, не забыть. Ну вот пожарник, йог. Это у нас и тон плюс 2 был. Надо просто заходить. Надо за. Единственное, не помню, как здравомыслие не терять. Там вроде спиной стоять надо. Там да. Не надо, да, получать. Дамаг. Да, урон. Когда не убиваешь, там урон получаешь. Откройте эту хуйню. У меня нету ключа. Сбруджин, по-моему, у тебя был. Блять, а у кого был-то, блять? Че, ни у кого нету, что ли? По КД закрываем 25 кульдор. А че 10-25 разные, да? Хули мы сюда пришли? Расходимся, блядь. Так. А кому ключ давали сегодня? Да там не ключ, там еще, блядь, боссов. Надо Пимирона пожарника убить, тогда еще ключ будет. А, понятно. Так, что у меня там за ульду написано? Где это вообще, блядь? А вот. Так, 2400. Без йога и алголона. Пойдем йогу потраим еще. Да не, я ебал. У меня уже голова болит. Сори, блядь, давайте в другой раз. Надо туда подготовиться, прочитать, потому что люди не понимают, что делать. Они там, это, не нашли мобов. Я не знаю, как это объяснить. Ну, там минута дается, там, за 20 секунд надо убить желтых мобов. И побежать в мозг. 30 секунд в мозг бить. Да, кину напало. Я тебя кикну, это со мной, или вот я тебя кикну, протанешься там. Скину 2400. Так, теперь мы делаем срез. Теперь этот Шалфир Бигдем, стойте тут. Так, снижение. Да, блять, я уже перекинул. Ладно, это самое. Перекину, подожди. Так, этот Шалфир, на тебя. Так, ну давай как. Давай так, короче. И... десятку, так, еще один топи передашь, короче, один ДС, один тебе, один ему, и двадцатка, значит, 10 тысяч тебе и 10 ему передашь, если Биг Дэм еще дам. Самое интересное, 2400. Я могу на почту скинуть. Да, 20%. Да, ему на почту скинешь. Что получал, что не получал. Но я сейчас тебе с 2400 высчитаю 75% и перекину с ШП на рогу. А мне еще за вчера ты убежал. Чё я за вчера? За ШП ходил. Ну и мне ЕП на ШП. А я перекидывал уже 2800, по-моему. Точно? Да. Чё, Лёха, у тебя было преор 17, сейчас почти 22. Или не 2? А, косарь я не перекидывал, да? Да, там 500 за приход. Ой, и... это самое... Блядь, Равис, давай на почту в пизду. Я это... сейчас не в состоянии это все делать. Ты где посмотрел, Кость?
Молча задумал. Это Биг Дэм, я тебе передам. Я же говорю, на почту, пацаны, на почту вышлите. Сейчас я не в состоянии эту всю хуйню делать. Я уже сейчас офаюсь. На почту вышлите. Сейчас я ЕП только разберусь, что там. Давай 750, это 75%. Так, на 2400 сейчас я посчитаю и вычту тебе сразу. Так, 2400 умножить на 0,75, да? Получается 1800 плюс 750. Вот. 2550 тебе отнять и дорогу прибавить. Так, отнять. Видел направление. Все, я тебе перекинул. Ну все, это самое. Завтра что у нас там стоит? ЦЛК РС, первый рейд. Смотрите, если, короче, ебланить там 4 часа не будем в этом первой рейде, если, допустим, за 2,5 закроем, там хотя бы часик до 8 останется, сходим там ТТГшечки, может быть, штуки 2. Ну, тоже, чтобы там не гуси всякие были, а это быстренько штучки 2 закроем. Так что оставьте так. Персов там. Чарочки. Можно вопрос, Вайт? Давай. Ты говоришь насчет второго рейда ТТГ и... О, это... Ну, обычек, короче. Это когда все будет происходить? Как только народ наберется. Понял, принял. Ну, вот этот вот. Говорил. Надо посмотреть это. Потому что смотри, вот как люди себя позиционируют. ИП Навары, ты этот Биг Дэм про только вчерашние косари, да, говоришь? А то я не в курсе. Точнее, говори там, а то я не помню, блядь, где это сейчас смотреть мне. Потому что я ему сейчас за ульду перекинул. Или тебе вот это вот за ульду тоже надо, да, отсюда отнять? Это что, 1800, да? И навара, а вчерашняя или что, или как? Не объясни, я не помню. А как ты сейчас накинешь? Там же процентовка сейчас среза идет. Ну я процентовку снял. 25% я отнял. Вот и все. Так. Ты про сегодня, да, Big Demo имеешь в виду? Вот, вот это сегодня. Че, никому больше ничего не надо? Так. Там видишь, как с этим, со вторым рейдом получается. Вот открой канал, второй рейд. Я там понаписал писанину, вот прочитай. И получается, вот есть три вида людей, которые ходят во второй рейд. Допустим, либо у тебя один персонаж, и ты не попал в первый рейд. То есть там 25 людей, а ты там сидишь там 30-й, 35-й. То есть ты не попал, тебе места не хватило. Либо ты ходишь и в первый рейд, и у тебя еще твинк есть, который во второй может ходить. Либо ты новичок, которого вот приняли недавно, и ты не попал там, может, 240-й, ты хуй знает. Вот. Туда нужны люди первой и третьей категории. Вот. А есть еще такие вот, у которых твины, и, ну я там написал, нерегулярники, они так себя решили назвать. Ну вот он не постоянно, то есть он то есть, то нет. То есть 50 на 50. Вот он в Адикона я записал, вот он получается, он может зайти, а может не зайти. Может он там на работе будет, может еще что-то, может голова болит, хуй знает. То есть это человек, который не факт, что придет в рейд, и он всегда будет у него в этом втором рейде. Туда нужны люди, которые всегда там будут. Вот. А эти нерегулярники, они должны как бы довеском висеть. То есть допустим 20 постоянных людей и 15-10 там нерегулярников, которые там зашли, не зашли, хуй пойми. И чтобы я пришел на сбор этого рейда, и там не было, что 10 человек плюсануло, потом остальные 5 через час нахуй. И мы сидим в 15 рыл и не понимаем, что делать нахуй. И пугов ищем как бичи. То есть, ну, чтобы такой залупы не было, ну, для начала надо найти людей, которые туда будут хотеть ходить. Вот если у кого-то есть знакомые, которые хотят играть, начинать с обычек, и перспектива, люди оденутся со временем и пойдут уже в геру, если они хорошо играют. Все, завтра идем фармить полироли. Что за полироли? Это фрагменты полироли, короче, собираешь полироли и апаешь, ну, сердоли. Третий, третий,